Итак, всем привет, меня зовут Кирилл, вы попали на канал «Найти свое дело». Все мы живем и работаем в одном мире. Кому-то уже повезло найти свое дело, кому-то еще не повезло. Кто-то вынужден ходить на нелюбимую работу ради того, чтобы платить свои кредиты и долги. А кто-то должен ходить на нелюбимую работу, чтобы содержать свою семью. А кто-то сидит у мамки на шее. И лишь небольшой процент людей действительно может сказать, что он нашел свое дело. Согласно исследованиям английских ученых и каких там еще много разных ученых, 99% людей на Земле не могут сказать, что они нашли свое предназначение. И никто не знает, кем же им нужно работать и какое же их истинное дело. А я здесь для того, чтобы вам помочь в этом разобраться. Основные способы поиска работы – это Headhunter.ru, где ты создаешь резюме на нужную для тебя должность, нужную вакансию, после чего начинаешь получать отклики от работодателей. Они тебе звонят, ты договариваешься с ними на собеседование, приходишь, и они тебе объясняют нюансы работы, после чего ты уже принимаешь решение, работать или нет. Тебе могут звонить много разных компаний, много разных человек, и среди них тебе нужно отфильтровать и найти то место, куда ты пойдешь работать. Второй способ – это интернет. Например, ты можешь зайти в интернет и открыть там свой интернет-магазин. Или, например, продать что-нибудь на Авито или на Юле. Также есть такие источники, где, заплатив небольшую сумму, для тебя откроют новый способ заработка. Об этом мы будем тоже говорить чуть позже. Третий способ – это всякие разные бизнес-семинары. Например, к таким относятся это бизнес-молодость, семинар «Синергия», Тони Робинсон. На этих семинарах обычно люди делятся идеями друг с другом, говорят о чем-то новом, и, возможно, кто-то из соседнего ряда подскажет тебе какую-то бизнес-идею или подскажет тебе, что можно продавать, и ты уйдешь оттуда с новой идеей и найдешь свое дело. После того, как тебя посетила новая идея, после того, например, как ты на семинаре узнал что-то новое, тебе нужно ее протестировать, понять, твое это или нет. Так вот и давайте с вами тестировать новые идеи и новые гипотезы. Меня зовут Кирилл. За последние 3 года я ходил как минимум на 1000 собеседований, устраивался в 100 новых рабочих мест, работал во всех крупных городах России. Я ищу свое дело, то, чем я буду заниматься и кайфовать. То, что будет приносить мне счастье и самоудовлетворение. То, что будет делать меня счастливым каждый день и приносить мне высокий доход. Моя миссия, одна из самых важных на Земле, это помочь найти себя и свое дело. Свою работу, хобби, свою гармонию, счастье. Ведь когда ты занимаешься своим делом, ты счастливый. Поэтому давайте так. Я делаю контент, помогаю вам найти свое дело, свое предназначение, а вы просто подписывайтесь на меня и жмете лайк. Я расскажу, где я был, нюансы разных необычных профессий и методы их поиска. А конечная цель – мы вместе с вами находим свое дело и свое предназначение. И миссия – это реально важная. Миссия капец какая важная. Потому что у кого я, блин, не спрошу, никто не знает, его это дело или не его. Люди работают, люди даже деньги зарабатывают хорошие, а работа им их не нравится. Вот у кого не спросишь, твое дело, не твое, все говорят, что, блин, ну приходится это делать, ну приходится, потому что нет выбора. Вот мы тут с вами поэтому и собрались, чтобы найти свой выбор, свое дело, вот так вот.